Итак, всем привет! Сегодня у меня тест на максимальную длительность поездки на ассистенте. Буду кататься по грунтовке. Сейчас пока по асфальту иду. Включил пятый ассистент. Но мне сегодня будет интересно посмотреть, сколько же все-таки я проеду на полной зарядке аккумулятора. В паспорте заявлено до 45. Но не знаю. Ручкой газа не пользуюсь. За исключением, когда стартую. Сейчас по дороге 40-35 скорость. У нас вроде как еще дня три хорошая погода, но вот сейчас 20 градусов, а там уже температура будет снижаться ночью, плюс 4 и дождь, поэтому пока возможно съесть. Катаюсь, а там уже, как говорится, насколько погода позволит. Под дождем, честно говоря, не хочу кататься. Ботанический сад. И еще у меня все-таки впереди полноценный тест с полностью заряженным аккумулятором на длительность поездки с использованием ручки газа. Ну а потом буду просто кататься по пересеченной местности. У нас вот вдоль дороги холмы такие, в принципе, нормально, есть где покататься. Ну и в лес хотел съездить там по лесной дороге.
Но вот с правой стороны грунтовка. И сейчас мне нужно будет съехать за ограждение. Блин, что-то я с дороги съехал, блин, что-то. Съехал с дороги. А тут эти водостоки, блин. Сорок километров. Съезд. Тут специально нагребают, чтобы машины не ездили здесь. Ограждение поставили. Че, блин, для чего, для кого, не знаю. Ну, у нас, как всегда, все для людей. Ну и грунтовочка. Здесь по этой грунтовке, тут деревня, блин, какая-то. Есть также затяжной подъем, на который я хочу заехать. Капец, конечно. А вы пишите, по асфальту нафига нужны такие колеса? Где он асфальт? Тротуарная плитка. Эх, эх. Ага, вон тот самоподъем. Сейчас я до туда доеду. И не знаю, получится или нет. Да лежи, не вставай, козел. Пятьдесят два. Давай в гору пошли. Ну, 32. 30 гору шпарит. Улица Гагарина. Все, что ли, весь подъем? Что у меня? Что-то у меня гремит тут. Все вроде нормально. Звенело что-то. Ничего, ты пылюку поднял? Баба еще за рулем. Ну что, погнали дальше. Итак, пятый ассистент с места берет. Вообще бодро. Ну, сейчас 30.
Такое ощущение, что багажник звенит. Но вроде нет. Но не, но все равно он погремушка такая хорошая, блин. Мне еще сын предлагает на заднее, на багажник кофр. Я говорю, ё-моё, он, блин, и так гремит. И тут еще кофр туда придет. Ну, на предмет того, что магазин, допустим, скататься. Чтобы в магазин скататься, я думаю, оптимальный вариант это рюкзак за плечи и все. Да, блин, чё, где гремит? Солонечная. Чё это такое, я не знаю. Я здесь ни разу не был. Или крыло. Тут затянуто все. Тоже затянуто. Все затянуто, блин, чё где гремит-то? А чё-то тонкое звон какой-то. А, все, видел. Вот он. Сучара. Что с этим делать? Вот козлы. Вот козлы, блин. Хуже. Не просто козлы, а педерасты. Чувствую, что где-то гремит, блин. Педерасты. Ну и что делать-то, блин? А, блин. Пу-пу-пу-пу-пу. Я думал, мне придется возвращаться сейчас. Потому что я потеряю болт. Ну правильно, они же это, только переднее колесо в магазине ставили. Это уже на заводе. Погремушка, блин. Так, надо что-то какой-то такой ключик. Ключик. Да, конечно, блин. Пятирастый.
не чем зажигать. Бесполезно. Ну и чё? Так, ладно, поехал. Пока вперед буду слушать. Там буду слушать. По идее, туда надо будет болтик с шестигранной головкой, чтобы ключиком свободно можно было затянуть его. А вот эта вот крестовая, блин, только снятие колеса, либо загнуть отвертку по 90 градусов. Ну да, как вариант. Но я говорю, я слышу звон такой, это, звонкий. 156-й. Ё-моё. И такой болт, конечно, я думаю, лучше посадить на фиксатор резьбы, потому что вибрация, и потерять его, я думаю, я уверен, что никаких проблем не будет. Но я думаю, докатаюсь. Там насколько он, наверное, пятерка. А пятерка... Пятерка шестигранных, мне кажется, не бывает. Но у меня, в принципе, дома есть набор... шестигранников разных. Биты. Забыл, как называется. Биты. Набор бит. И там такая же бита есть. Единственное, что трещотки нету. Но он опять звенит, блин. Сучара. Сучара. Мотор дёргал чуть-чуть. Но его не затянуть пальцы, нифига. Ну вот про это я, конечно, не подумал, что проверять, что он может болтаться. Ну что, давно уже на велике не ездил. Поэтому вот такая вот промашка. И, конечно же, набор ключей. Вот я, шестигранники у меня с собой есть. А то, что под отвертку крестовую, я что-то про это не подумал. Опа, люки нас, ё-моё.
кстати, где я сейчас нахожусь. Сейчас я навигатор поставлю. Телефона мобила-то. Но это, по-моему, Андреевка. Так, по этой дороге я сейчас выезжаю на Радугу. Но на Радугу мне не надо. По идее, надо домой вернуться и закрутит этот болт, чтобы я не потерял вообще крыло. Он звенит. Но крыло я не потеряю, я потеряю болт. Это лишние хлопоты. Так, а вот это, по-моему, многоуровневая парковка, которая так и не нашла отклика у автовладельца. По асфальту намного приятнее ехать. Вот сейчас по дороге 42-45.